Бля, и куда? Бля. Куда-то туда направо. Бля, куда выкинуть этот стакан? Да, нож. И чего? А, вот оно. Или нет? А где река? Блин. Наверное, не та дорога. Ну, или та. Thank you.
Не, а здесь круто вообще. Ну, вроде как. Ну да, я на этой тропе. А вот и озеро какое-то одно из... Ну, скорее болотце. Ну, такое ничего, болотце приятное, душевное. Даже грибы растут. И деревья сажаются. Зачем лесу деревья сажать? Они и так растут вроде. Приятненько, приятненько. А понятно, здесь уже разветвления всякие. Пойми, попробуй, где вообще. Он что рисует? На МКАД выкидывает. Но в любом случае сейчас куда-нибудь вырулим. Это все-таки не густой лес. Непроходимый, а нормальный такой. С тропиночками.
Видимо, все-таки вправо забрал лишку. На дорогу-то не очень круто выезжать. Свернул как будто бы. Слишком рано приехал, не правда. Мог бы по леску еще проехаться по кайфу. Без шума. Ладно. В следующий раз. После дождя тут не очень приятно, может быть. Не, ну это совсем уже. Бля, здесь стекла, ёпта. Нахуя стекла здесь? Препятствий все больше и больше на моем пути. Здесь можно и умереть. Нечаянно. Бля. Такой ураган, что прям сильный. Какая-то помойка вообще. Короче, однозначно по лесочку надо было ехать. Потому что это уже вообще никак не входило в мои планы.
такой бедлан из репейников. Они проезжают. Ну, трудно проезжаемые. У меня даже тормозит вся эта штука. О. Стреляет еще. Ямы. А зачем это все? Это прям каверзы сплошные для этого. Блин, когда уже это будет дорога-то? Покрышки шин, как будто бы надо параллельно, короче, как-то рулить. Вообще не кайф здесь. С другой стороны еду. А то там стреляют, мало ли подумаешь, что я медведь синий. Это только тропки. О, что там собирать-то?
иметь. Я думаю, какой-нибудь интереснее штуку, типа ягод, грибов. Ну, тут по кайфове, хотя шума не меньше. А, это же часть, точно, военная часть. Она здесь как-то даже обозначена так. Что ее надо огибать? А вот и нормальная эта дорожка. А я убивался там. Ну ладно. Буду знать. Хотя вот опять куда? Куда она едет? Указатель бы хоть какие-нибудь повесили, шли. А то хочется как-то не задумываться о маршруте, а надо все равно.